Комплекс ГТО и комбинированная эстафета. Спартакиада для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом» собрала в Куйбышевском районе участников со всего региона. Впервые к соревнованиям присоединились и дети. Проект посвятили году семьи. За успехами участников наблюдала наша съемочная группа. В какой район отправилось золото? Смотрите в сюжете. Семья Никифоровых из Венгеровского района на спартакиаду приехала в полном составе. Мама Оксана, папа Владимир и старший сын Михаил – участники соревнований. Младший Георгий и Елена пока болельщики. Мало того, что она нам интересна, она очень интересна детям. И, то есть, здесь все можем показать свои способности. Спартакиада для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской области проводят третий год подряд. На этот раз ее участниками стали семейные команды из Чановского, Сдвинского, Венгеровского, Барабинского и Куйбышевского районов. Сегодня мы открываем замечательные соревнования, соревнования самых сильных духом людей. И я уверен, мы сделаем все возможное, чтобы вам, всем участникам, было удобно соревноваться, и общаться, и отдыхать. Хочу пожелать каждому из вас сегодня только побед. Эти соревнования дают возможность людям с инвалидностью, которые не являются спортсменами, а занимаются систематически физической культурой, как средством оздоровления, сохранения своего здоровья, показать те результаты, которые они достигли за истекший год. Куйбышевский район представляет сразу 4 семейные команды – 2 сельских и 2 городских. Многие детки сейчас находятся в санаториях. Как раз лето, каникулы, стараются подлечить детей в это время. Поэтому вот, ну, все равно 4 семьи с удовольствием они вот вызвались, прям участвуют. Для них это такое мероприятие очень хорошее. Участники спартакиады соревновались в дартсе, корнхолле, пробовали свои силы в испытаниях комплекса ГТО и комбинированной эстафете. Спортом это вообще хорошо, он помогает. Хоть какие стрессы, не замыкаться в жизни. Нам в прошлом году очень понравилось, и поэтому мы в этом году прям с нетерпением ждали. В прошлом году первый раз были и выехали очень довольны. Спасибо всем, кто организует такие мероприятия. Очень полезно и очень важно. Победителями межмуниципальной спартакиады стала семья Овчинниковых из Сдвинского района. Серебро и бронзу завоевали семьи Жичкус и Нурулиных из Барабинского района. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.